На Горшкова 24 не разъехались Nissan X-Trail и Toyota Ipsum. Авария неучетная. Toyota двигалась по главной, Nissan выезжал со второстепенной. Что побудило рулевого кроссовера проигнорировать знак «Уступи дорогу» неизвестно. Мужчина отказался от комментариев, а вот его оппонентка, хозяйка минивэна, охотно поделилась историей ДТП. Девушка говорит, что на своем авто двигалась по главной дороге по Адмирала Горшкова без изменения направления. Скоростной режим не превышала. Я ехала по Горшкову, вроде бы улица, и в меня влетел X-Trail, и все, коротко и ясно, все видно. Он почему-то решил, что я его, может быть, пропущу или что. Он должен был мне уступить дорогу, я еду по главной. Угу. И он выехал на меня. А вы с ним общались? Да. Что он сказал вам? Ну, он почему-то думал, что я ему уступлю дорогу. Почему-то он так решил. И решил поехать на меня. Встреча с Nissan X-Trail расстроила хозяйку Toyota Ipsum. Ранения испортили внешний вид минивэна. Автоледи считают, что повреждения Toyota хоть и не серьезные, но дорогостоящие. Ремонтировать машину будет за счет страховой компании виновника аварии. Благо, у рулевого X-Trail с документами все в порядке. Участники ДТП вызывают на место происшествия правоохранителей. Глядя на вот эту картину, можно смело сказать, что Nissan X-Trail подарил подложку от госномера Toyota Ipsum. Не навсегда, лишь на время оформления аварии. После хозяин Nissan изымет деталь своего автомобиля. Ремонтировать кроссовер водитель X-Trail будет за собственный счет. Плюс заплатит штраф за нарушение правил дорожного движения.